Победит ли фашизм в Беларуси? Вопрос, казалось бы, из числа фантастических, типа «А на Марсе будут яблони цвести?». И действительно, Белоруссия понесла настолько страшные, колоссальнейшие потери в годы Великой войны, что слова «белорус» и «фашист» являются абсолютными антонимами. Попробуйте загуглиться и найти в сети хоть что-то по запросу «фашисты в Беларуси». С этим тяжело. Однако в крайнее время в нашей дружеской, добрососедской стране стали поднимать голову националисты, которые уже зазомбированы тем, что Россия – это враг. По аналогичной схеме начиналась война на Украине. Да, по своему составу Украина и Белоруссия – это очень разные страны. Украина все время была разделена на Запад и Восток, на чем и сыграли американцы. Белоруссия вроде бы более монолитна, но то тут, то там в сети всплывает информация, что якобы в лагерях Национальной гвардии на Украине готовят белорусских боевиков националистического окраса. То есть готовят по полной, от просто умения держать оружие до ведения боевых действий в группе. Есть очень серьезные опасения, что осенью этого года в Беларуси разыграется украинский сценарий с Майданом и, может быть, даже свержением законного президента Александра Лукашенко. Понимает ли это сам батька? Но, глядя на пылающую Украину и более чем решительно настроенные Штаты, он не может не ощущать опасность того, что Белоруссия может стать следующей горячей точкой планеты. Будет ли там Майдан? Конечно, будет. Либо он будет после России, либо будет перед Россией, в зависимости от уровня готовности. И ударные силы не националисты, ударные силы пятая колонна. А внешнюю обертку этих конфеток под названием пятая колонна могут быть какие хотите. То, что вот на тот момент опросы общественного мнения американцам покажут, является болезненной темой для жителей Беларуси, то и будут их ударные силы. Потому что, еще раз, и на Украине ударные силы не националисты. Националисты на Украине, они за большую Украину, от Карпат до Сахалина. А это ударные силы, интервенты и оккупанты, и войска СС, или, как Путин говорит, легион НАТО, то есть иностранные интервенты на территории Украины. Вот кто является ударной силой. То же самое будет и на территории Беларуси, и на территории России. Но только силами одних легионеров НАТО, наверное, Белоруссию не отмайданить. Нужны свои доморощенные боевики. И, как предполагают некоторые эксперты, ударной силой националистов могут стать белорусские футбольные фанаты. Ну, то есть аналог украинского правого сектора. Они вроде как пересекаются с правосеками и учатся у них майданутым технологиям. Все это, естественно, под крылом американских консультантов. На Украине фашисты, ведомые Тягнибоком, в начале Майдана имели вес. Но со временем они стали досаждать олигархической власти и их списали в утиль. Кто знает, где сейчас Тягнибок. В Беларуси официально фашистов нет, но в ней может вызреть свой правый сектор из молодчиков, которые почему-то ненавидят Россию. Хотя на сегодня русские и белорусы, то есть великороссы и белороссы, в массе своей, безусловно, братья навек. Если не белорусы, то кто? И это понимают американцы и будут разжигать наших соседей. Другой вопрос, насколько много националистов смогут они вскормить в Беларуси. Мы, русские, знаем белорусов как исключительно мирный народ с великолепнейшим чувством юмора. Вот в России есть юмористическая телепередача «Стендап», которую ведет белый рус. Так вот, в ней дофига белорусов, и они ой как хороши в юморе. И глядя на эту братскую идиллию, никогда не подумаешь, что кто-то из белорусов ненавидит русских. Мы вот никого не ненавидим. И, как сказал наш президент Путин, мы ни с кем воевать не собираемся, но при этом и жить в условиях полуоккупации не будем. Однако американцам отступать некуда, они объявили нам войну и будут дожимать по полной. И Майдан в Беларуси – это, естественно, очередной удар по России. И что симптоматично, американцы начали заигрывать с белорусами. Вот все СМИ прокричали, что США сняли экономическую блокаду с Кубы, которая длилась 53 года. Но мало кто сообщил, что американцы сняли также в конце прошлого года санкции и с Белоруссии, о чем открыто заявил президент Лукашенко. Батька все понял и начал занимать такую позицию промежуточную, мы это видели. То есть он максимально пошел навстречу американцам, выполнил их условия, не радикального характера условия, а чтобы он отошел в сторону от ситуации по Украине. И тем самым американцы снизили давление, перебросили все силы на Путина. Вот, собственно, это достаточно очевидная вещь. И что весьма грустно для нас, Александр Григорьевич не отказывается от такой ласки американцев. И он периодически делает странные заявления и производит странные телодвижения. Например, отказ от георгиевской ленточки как символа антифа. И реэкспорт в Россию запрещенный в рамках эмбарго продукции. Ну и некоторые другие Действия, которые противоречат его недавним словам, что мы единый народ, мы братья, хотите встретиться в нормандском формате в Минске, пожалуйста, без проблем, но при этом как-то нет определенности в действиях глубоко уважаемого батьки. И по-человечески его понять, в общем-то, можно. Братья братьями, но если поставишь не на ту лошадь, то получишь судьбу Януковича, а в пиковом случае Хусейна, а в самом худшем варианте – Каддафи. Вы дадите гарантию, что Россия не решила покончить с собой? Вот если бы я жил где-нибудь в сторонке и смотрел на события, которые происходят в России, я бы решил, что Россия, вот особенно в экономике, в Центральном банке, в активизации пятой колонны, я бы решил, что Россия решила покончить с собой. Вот хочет батька пойти вслед за утопающим и броситься в прорубь. Он что, идиот? Нет. Он смотрит, это правда мы хотим покончить с собой? Или мы все-таки хотим побороться? Может быть, а может нет. И совершенно логично, вот в этой ситуации не отсутствие российского курса на суверенитет, который декларирует Путин, но который у него не получается в силу мощных позиций пятой колонны. Естественно, он пытается выживать. И точно он не хочет стать рядом с камнем на шее и броситься туда, вот в этот омут. Некий опыт Майдана «Лайт» у Белоруссии был. В декабре 2010 года, когда на улице вышла оппозиция, усиленная боевиками, и тогда были столкновения с милицией и даже штурм правительственных зданий. Тогда бунт был подавлен, но сейчас ситуация в мире поменялась очень сильно. Американцы сорвали с себя маски и теперь кашляют и чихают без масок, заражая весь мир идеями свободы и демократии. Думается, православным народам, русскому и белорусскому, выросшим на традиционных ценностях, такие идеи не нужны, как бы красиво они ни звучали. Если один народ считает себя исключительной нацией, пишет на своих деньгах «In God we trust» и при этом национальная идея считает заработать $1 миллион, нам такие исключительности не нужны. Конечно, нам важнее, что по поводу всяких майданутых поползновений скажет российский народ, но мы, конечно же, с тревогой наблюдаем и за братьями-белорусами. Друзья, кто-то считает, что американцев не устраивают наши природные богатства. Кто-то считает, их не устраивает наша вера. Ясно одно, что они хотят оставаться в желтой майке лидера до второго пришествия Иисуса Христа и рулить всем миром. Кто даст отпор интервентам, если не русские?